Решил попробовать продлить срок службы цепи китайской ТММП, по-моему. Коробку уже выкинул, да, вот видно. Уменьшив зазоры. Тут на звеньях огромные зазоры. И туда, скорее всего, будет попадать много всякого мусора, который очень быстро начнет изнашивать звенья. Зазоры увеличатся, она начнет растягиваться очень быстро. Вот так обжимаю гайками в тисках обычных. Магнитики перелепил, чтобы проще было. Просто раздвинул, продвинул цепи, дальше зажал. Зажимаю до упора. Оно вот перестает двигаться звено. Попускаю. Одной рукой не очень удобно. Вот она уже высвободилась. Гайка выпала. Зазор уходит. Тут уже несколько звеньев проделал. Видно, что не гуляет и двигается пальцами. Чуть-чуть заедает, но я думаю, разработается. Грязи точно будет меньше попадать. Песка, пыли. Под ролики, конечно, будет. Там свой зазор есть. Его не уменьшить. А вот здесь не будет. Пока не износится, по крайней мере. Но буду ездить. Увижу, как оно послужит. Вот уже прошло минут 10. Я уже почти пол цепи сделал. Начинал я чуть-чуть до замка на пару звеньев. И уже сделал половину. Потом я каждый пальчик со сторон керном пробью, чтобы он уже не вылазил из этого места. И замок я тоже так же поджимал. Только гайки не по бокам. А вот как раз эти же гайки я использовал. Они примерно одинаковые по высоте. Я их поставил с этой стороны, а тут просто тисками поддавил. Не сильно, потому что тут можно скобу просто деформировать и испортить звено. Немножко, но вылезли. Видно на фоне остальных, как торчат. Тут зазор был больше, чем где-либо. Он не фокусируется. Во. Ну, видно, в общем, высота отличается. Тут я только с этой стороны накерню. Тут незачем. Ну, сейчас доделаю. Буду кернить, кернить, кернить. И все, где-то за полчаса всю цепь я прообжал, она изгинается, некоторые только подклинивают, а так в принципе гнется. Также уменьшился люфт, если пытаться ее согнуть. Вот так выпрямлю. Вот поднимается. Сейчас растерю на полу, чтобы ее в грязь не обсыпать грязью. Буду клепать. Вот керню. Подставил такой ролик от большого подшипника, ящик
и чистую клеенку, чтобы не вымазывать цепь. По одному удару кирном делаю отметины. Думаю, так хватит. Кирну из старого мечика. Хорошо кирнит. Крепкая, но все равно тупится. Ну, я думаю, и так пойдет. Развальцовывать все равно надо, а не точки ровные делать. Простучал цепь уже с обоих сторон. Вот такие мятинки. Думаю, таких хватит. В некоторых местах, конечно, прокосил, но ничего страшного. Это все-таки Китай. Вот она уже установленная цепь. Не фокусируется. Вот видно. Та самая подбитая ТММП. Только поставил. Свободно вращается. Тормоза чуть поджаты. А это моя старая цепь, которую все никак не удосуживался поменять. Чуть-чуть изношенная. Еще походит, в принципе.